Давайте. Вера в меня, вера в мою веру, в себя. Ваша, а у вас нет никого, чтобы верить в меня. 41 уровня будет маловато? Маловато? А чё он такой здоровый? Ну, я его дамагаю. Это уже хорошо. Я вот так могу забить, если он ничего вытворять не начнет. Вот, я только хотел сказать, что он начнет что-нибудь вытворять, он начал. Пёс. Там что-то летит в меня. Попробуем завалить. Я подойти к нему только не могу, потому что он начинает мне ударять. Ещё... Ё-моё! Он меня достает издалека. Это нехорошо. Мне бы понять, в какой момент его можно атаковать. Не хватает вот кувырка. Ощутимо не хватает. Давайте долгим путем, я никуда не спешу.
Что, почему ты упала? Еще дамагну у меня сейчас. Нехорошее что-то дамагну. А, наверное, та желтая штука. Подъехали. А, она не пробивает его, что ли, если я через это дам? Так, дальше что он будет делать? Похилялся. Ага. Ладно. Сначала этих надо развалить, что ли, или что с ним делать? Хиляться не мог. Да почему он цепляет на меня постоянно? Почему? А, он... Я еще не то сжал. Все ли там? Чего не все? Так, на Найтмаре на фул в 3 стадии 3 раза надо было бы убивать. Фу, отхилялся бы. Да, спасибо Найтмару за это. Но мы, к счастью, не на Найтмаре, поэтому... 22.00, изи гад... Не, ну ощущается очень легко. Очень легко. Я понимаю, что это легкий уровень сложности, и это чувство... Я не понимаю одного, почему Желалди был таким чертовски сложным.